Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православный праздник День Авдотьи. Народный праздник получил название Всеногнойка. По церковному календарю православной церкви сегодняшняя память преподобной Ефросинии, Миру и Авдотьи Московской. Праздник обретения мощей преподобного Герасима Бурдинского, мученицы Кириакии Никомедийской, преподобного Акакия Синайского, преподобного Фому Малеина, преподобного мученика Епифета Пресвитера, Астиона Монаха и другие православные святыни, имена которых вспоминают в этот день. Также сегодня празднуется икона Божьей Матери Бахемская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память, ушедшая в мир иной.